инспектора, почему не реагируете? Почему не реагируете на нарушение? А? Вот этот тоже по встречке ехал. Инспектор, примите обращение, здравствуйте. Да. Можно ваше удостоверение? Зачем? Ну, хочу сделать обращение к вам. Снимать не буду. Да. Карпов Михаил Игоревич, скажите, пожалуйста, почему вы отпустили нарушителя? Какого? Которого, ну я вам показывал его, вы его остановили, он вам что-то показал, и он уехал. Давайте не будем включать нарушитель, который ехал по выделенной полосе. Где выделенная полоса? Если я вижу снежный покров. То есть вы ничего не делали, да? Я ничего не делал. Серьезно? Серьезно. Скажите, а у вас... Все, вы удовлетворили свой вопрос? Нет, я не удовлетворен. Что, вопрос? 77-69-33. Почему вы отпустили его? Кого? Нарушителя. Посчитал нужным. На машине Hyundai. Что-нибудь посчитал нужным. В любом смысле слова, так посчитал нужным. То есть вы так посчитали нужным, да, правда? А вам не стыдно? А вам не стыдно? Мне нет. И мне нет. Я вам деньги плачу. А вы посчитали нужным. Я вам плачу. Не под государство. А я и есть государство. А я тоже плачу. И вы тоже государство. Но вы распоряжаетесь еще моими деньгами, кроме своих. Распоряжаетесь. Вы тратите мои деньги попусту. Вы стоите и ничего не делаете. Вам должно быть стыдно. Вам должно быть стыдно. Те, кто знает его, знаете, это не настоящий, это оборотень просто. А вы его поддерживаете.